Добрый день, уважаемые зрители. Начинаем наш семинар. Называется он «Безиндикаторный анализ основных валютных пар». С вами Кирилл Рудович. Я напоминаю, что вы можете задавать все ваши вопросы по ходу вебинара в чат. Пишите все, что вас интересует, все, что хотите спросить. Для того, чтобы задать вопрос в чате, вам достаточно просто авторизоваться в личном кабинете. Ну, естественно, если у вас нет личного кабинета, пока еще вы его можете зарегистрировать. Регистрация бесплатная, буквально 2-3 минуты вашего времени личного отнимет. Начнем мы с календаря экономических событий. Дальше переключимся на графики и посмотрим, что же сейчас происходит на графиках. Итак, сегодня у нас уже пятница, неделя выходит на свою финишную прямую, завершается торговая неделя. Что у нас на сегодня из новостей осталось? В 15.30 будут выходить данные по США, это розничные продажи, и также индекс потребительских цен, это по сути та же инфляция. Вот, довольно-таки интересно, что же там выйдет насчет инфляции, потому что, как правило, в США обращают особое внимание на инфляцию и стараются ее поддерживать как можно ближе к 2%. Это именно та планка, на которую ориентируются. Поэтому довольно интересно, какой же показатель выйдет, и мы сможем уже понять, что же будет с долларом дальше в какой-то такой среднесрочной перспективе. И, по сути, на сегодня, на текущий день, это все важные новости, которые мы ожидаем, которые могут как-то повлиять на рынок. И посмотрим понедельник. Обычно понедельник слабенький, а тут, видите, понедельник по Китаю будет ВВП. Базовый индекс потребительских цен – это у нас будет по еврозоне. Это та же, по сути, инфляция. Я не думаю, что там что-то будет такое супер-пупер-мега-крутое, да? Итак, давайте теперь смотреть, что же у нас на графиках происходит, какая у нас картинка, что у нас здесь есть и на что мы можем ориентироваться. Итак, начинаем с евро-доллара. Посмотрим по евро-доллару. Как-то дневной график я сейчас открыл. Посмотрим по евро. Евро в районе 1.14, да, 1.14 сейчас такая, можно сказать, переломная цифра, даже не то, что переломная цифра, просто важная цифра, вблизи которой как раз-таки сейчас евро и торгуется, и я пока жду сценария разворота, потому что, в продолжение торговать как-то не с руки, надо было раньше пробовать, да, вот где-то здесь внизу заходить, сейчас я жду возможного разворота текущей тенденции и постараюсь найти какие-то продажи. Да, опять же, я не говорю, что надо обязательно сейчас, прямо сейчас продавать, я говорю, что стоит подождать и, возможно, найдутся какие-то точки для входа в продажи. Я уже тут смотрел, устроил уровни, но пока, скажу честно, чего-то достойного, где можно было бы хорошенечко приложиться по евро-доллару, я не нашел, да, поэтому, собственно, пока по евро-доллару мой прогноз следующий. Пока не трогайте его и дождитесь более явных сигналов, более сильных сигналов для входа. Вот, дальше. Валютная пара доллар-швейцарский франк. Вчера у нас были покупки, сегодня я от покупок избавился. Заработал немного, заработал там что-то в районе. Я вот здесь вот я выходил, то есть, по сути, заходили мы с вами вчера здесь. Здесь вышел, то есть там около 20 пунктов у меня и было прибыли, и я решил, собственно, все это дело сбросить, о чем немножко пожалел. 0.97, смотрите, стрельнул швейцарский франк до 0.97, это тот максимум, да, о котором я говорил, что это, возможно, первая цель, да, хотя максимальная цель 0.97.70, да, 0.97.80, 0.97.70, это вторая цель, но пока ориентир был, видите, как интересно ходит, да, 0.97 дошли, сразу бабам и упали, да, снизились, и тут уже вопрос, будет дальше продолжение, не будет продолжения и так далее, но вообще я бы так поступил, если бы у меня еще до сих пор была открыта позиция, я бы ее, наверное, закрыл с учетом того, что сегодня пятница, и не просто пятница, уже, можно сказать, вторая половина дня, то есть открывается сейчас Америка, и торговля уже будет носить, знаете, такой немножко агрессивный характер, и не хотелось бы в пятницу сидеть там допоздна и думать, как же разрулить позицию, как же ее там усреднить, да, и что же делать там с выходными. Вот, поэтому, на мой взгляд, лучше, конечно, сбросить позу, тем более, если вы заходили вчера со мной, вы уже будете в прибыли, в плюсе будете, как минимум, тут на 27 пунктов, 25-27 пунктов, поэтому
Поэтому как-то так. А в целом, ну, возможно, конечно, цена и уйдет выше, да, пойдет дальше наверх. Ну, я пока, конечно, сомневаюсь на текущий момент, но все же. А наиболее логичным и разумным лично для меня является решение это сбросить позицию. Ну, что я и сделал, только я сделал слишком рано это, да. А вы уже можете сделать, по крайней мере, сейчас. Это мои взгляды касаемо пары доллар-швейцарский франк. А что касается там дальнейших прогнозов, надо смотреть уже понедельник и смотреть, как сегодня будет закрытие, как мы сегодня закроемся по паре. То есть будем ли мы закрываться, например, ну видите, какая свечка, да, то есть ну, нет такого импульса хорошего, который мог бы там придать хорошее движение как-то и вверх, и вниз, и по сути получается цена, где открылись, там и сейчас и находимся, да, то есть видите, такая свечка Доджи называется. Вот. И говорит о том, что пока покупатели тут не столь сильны или же сильны, но и продавцы оказывают им довольно-таки ярое сопротивление. Поэтому пока по швейцарству ну, такие мысли. Фунт-доллар. По фунту, ну, не добили, да, до уровня не добили. Откат был, но буквально там считанных. Не хватило считанных пунктов, этот минимум. Ну, поставь мы наш бай-лимит пунктов так на 5 выше, да, то было бы все круто. Ну, вообще даже алерт не сработал, я здесь алерт ставил, да, чтобы он позвенел. Ну, не, у меня не позвенел, не добила цена. Вот, поэтому пока отходим, хотя, знаете, если бы мы здесь зашли, ну, было бы... На пике 70 пунктов прибыли. Но, как говорится, история не терпит сослагательных наклонений. А то, что могло бы быть, оно уже не будет. Да, уже будет все иначе. А что касаемо дневного графика, по дневному графику как-то интересно. Так фунт расторговывается, пошел так. Знаете, такой флаг нарисовал. Здесь тот торгует фигурами и вроде как собирается наверх. Вот, поэтому, ну, точно это не для пятницы, да, текущее принятие решения, это точно не для пятницы. А что касаемо недельного графика, то, ну, по неделям, да, фунт смотрится достаточно сильно, и я думаю, что это такой вот среднесрочный прогноз для британского фунта, это восстановление, это движение наверх, то есть движение в рост. Если так посмотреть по целям, то вероятнее всего это будет где-то 1.33. Это вот куда, ну, более вероятно, добьет фунт, куда дотянется, собственно, рука британского фунта. Ну, это лично мое мнение, я думаю, что именно так все и будет. Да? Вот, поэтому, опять же, не перестаем искать возможности для покупок, но лучше это делать, поверьте, в понедельник, и не сегодня, потому что пятница – это очень коварный день, и в пятницу торговлю надо не начинать, а заканчивать, да, то есть думать, что делать там с открытыми сделками на пятницу, а не открывать новое. Ну, лично так, мое мнение. Так что по фунту пока такая логика. Дальше, доллар-иена. Вчера тоже была маленькая сделка. От уровня, только чуть-чуть повыше я заходил, да, я говорил, что от этого уровня мы отобьемся, уход, откат, дальше движение наверх, пойдем наверх. Я расторговывал следующим образом, я расторговывал вот с этого максимума, вот, и также пришлось сегодня закрыться, закрылся буквально в ноль, то есть когда цена уже пришла второй раз 113.18 тестировать уровень, я решил, что ну, надо сбрасывать балласт, уходить, да? Вот, пока что касается иены, давайте смотреть общую картинку. Опять же, да, насчет для открытия. Ну, не совсем хорошая картинка, на самом деле, прорисовывается. Была попытка уйти наверх, но как-то все это дело зажалось. И, ну, знаете, так смотрится, ну, пока неопределенно смотрится. Я про этот уровень говорил, что вот видите, здесь... Сколько раз цена держалась, ушла, такие ворота образовала, опять, собственно, держится. Вот, я думаю, что будет более понятно, когда мы уже увидим в понедельник, как закрылась пятница, да, когда мы посмотрим закрытие, тогда можно будет уже ну, принимать какие-то решения, меры. На мой взгляд, сейчас пока все это преждевременно и лучше оставить все как есть, да. То есть, если вы открывали покупки, ну, скорее всего, лучше их сбросить на пятницу, потому что не совсем. То есть здесь заход был классный, все по системе.
на пике получалось, ну, если так разогнать, 38 пунктов, да, с нашим стопом 31. То есть один к одному, в принципе, получилось. Но вы знаете, что я стараюсь выжимать из сделки по максимуму, один к двум, один к трем, да, поэтому один к одному не срослось. Ну, пришлось закрываться здесь, еще раз повторюсь, почему. Смотрите, раз реакция, два реакция, да, вроде попытка развернуться, и все равно начинают продавливать. Посмотрим, хотя бы, ладно, посмотрим, как этот час закроется. Если цена сможет вырулить, можно попробовать от этого уровня покупки, но с очень коротким стопом. Можно попробовать такой вот сценарий. Австралийский доллар, Австралия, вчера говорил, да, что можно попробовать продажу с этой, вот с этой точки, но обратите внимание, да, была попытка продаж, цена еще некоторое время держалась, но решила продолжить движение 0.7760, на самом деле, как говорится, ого-го, посмотрите, что творится, что происходит с австралийским долларом, он реально на очень большой максимум забрался. А если неделю посмотрим, то тут просто колоссальное движение. Ну, австралиец редко так движется, это безумно волатильно. За 170 пунктов за неделю для австралийского доллара это очень много. Как я говорил, вот этот уровень 0.77 и немного, это такой, ну, важный уровень. Как видите, верхняя граница диапазона, вблизи которого как раз-таки австралийский доллар торговался, да, и тут уже так вопросы. Ну, на самом деле, очень боязно сейчас в покупки заходить, потому что восходящий тренд уже, во-первых, давно развивается, во-вторых, ну, мы тут видим, что, ну, в прошлый раз, когда цена приближалась к этим отметкам, а здесь, ну, все проходило немножко иначе. Поэтому я австралийский доллар, пожалуй, пока оставлю в сторонке. Я не люблю так делать прогнозы, если я не вижу какой-то там, как говорится, фундамента под этим прогнозом, если я не вижу, ну, откуда мы можем там что-то зайти, что-то сделать там и так далее. Да, я пока, к сожалению, этого не вижу. Вот, ну, есть вероятность, что можно попробовать продажи, зайти в продажи еще раз, да, то есть, если кто-то отсюда шортил, можно попробовать, то есть, ну, таким образом не самый лучший вариант. Можно попробовать вот этот уровень 0.7755, такой волшебный уровень, две семерки, две пятерки. Вот, ложный пробой был уровня, и попробовать дождаться, когда же цена его пробьет. Но есть вариант получше, на самом деле. Есть вариант еще получше. Вы наверняка видите вот эту зеленую, да, скажем, поле, которое здесь у меня растет. Я решил пока поработать с новозеландским долларом. Я давно уже его не торговал, довольно редко его торгую, но, на мой взгляд, сейчас, ну, по крайней мере, появляется хорошая возможность. Новозеландский доллар очень давно был у нас здесь в восходящем тренде, и я думаю, что сейчас здесь, ну, как-нибудь будет какая-то коррекция, как максимум можно попробовать продажи. Особенно мне понравился вчерашний день, который 0.7360, смотрите, ушли, и под 0.73 закрылись, да? Как правило, ну, с таких вот свечек, да, потом начинается хороший откат, например, как здесь. Видите, тоже такой огромный хвост, и потом цена ушла. Вот, и я пока рассчитываю именно на этот откат. Я не рассчитываю там на какое-то супер-мега движение, но попробуем. Единственное, что смущает, как-то цена очень уж, ну, бодренько подходит к моей лимитке, к моему отложенному ордеру, довольно бодро. А как бы не попасть на ложный пробой, что называется, да, вот. Поэтому пока такие смущения, но посмотрим. В целом же, что будет и как будет, пока еще отложенный ордер не сработал, ну, я думаю, что он наверняка сработает. Если мы поменьше возьмем таймфрейм, допустим, 15 минут, ну, видим так, подхват такой, ну, наверняка где-то 0.7320, возможно, еще цена подойдет. И отсюда, по крайней мере, я ожидаю уход вниз, я ожидаю продажи. Конечно, этого может и не быть, да, продажи. Цена может просто-напросто там пойти вот так вот просто нагло наверх и помахать нам ручкой. Но для этого у нас есть, для этого мы используем правила расчета позиции, правила расчета объема позиции, управления капиталом, управления рисками. Все это, конечно же, должно у нас быть. И, естественно, должно не просто быть, да, а выполняться, и должно быть сведено в систему, что, собственно, и сделано. Но пока наблюдаем. Я думаю, что вот пока наш обзор завершится, новозеландский доллар, у меня уже позиция на продаже откроется. Вопрос только в том, чтобы не подкачал новозеландец и пошел именно вниз.
А канадский доллар после довольно длительного, очень крутого снижения сейчас, ну, так всегда практически на валютном рынке происходит, мощное снижение, и потом такой продолжительный боковой тренд. Тут очень много факторов, которые сейчас влияют на канадский доллар, и ну, не хотелось бы сейчас канадский доллар расторговывать, потому что вот эти факторы, да, они как-то не совсем интересные. Так, Роман пишет, как я понимаю, о Заре 13.15, сопровождал короткими стопами, пока не выбило, в плюсе 84 пункта. Сейчас дойдем до Зара, сейчас мы с этим негодяем разберемся поподробнее. Вот, что касаемо канадского доллара, пока лично для меня, ну, нейтральная валюта. Не вижу я здесь какого-то хорошего входа, а просто плодить прогнозы, ну, не совсем с руки, мне не очень нравится такой подход. Дальше, золото. По золоту не пошли продажи, вот, снижение было, да, но не так, как хотелось бы. Сейчас объясню, что я имею в виду, что я хочу рассказать. Вот этот уход под уровень был, да, ну, здесь не было, по сути, пробоя уровня. Цена просто провалилась, да, хотя, вот смотрите, отработала практически по моей коррекции, только в другую сторону, да, то есть размер тени, когда уходила, под уровень и дальше, да. Вот, надеюсь, что вы здесь продаж пока не открывали с этого уровня. Но не было здесь пробоя ни на часе, ни на 4 часах в том числе. На 4 часах, если посмотреть, да, ну, здесь тоже не то, что мы ищем, не то, что мы ожидаем, да, поэтому пока так, хотя, если говорить по золоту, это вовсе еще не означает, что сейчас будет здесь разворот и уход цены наверх, то есть пока по золоту тоже у меня прогноз такой, нейтральный прогноз, не то, что нейтральный прогноз, скорее просто нет прогноза, да, то, знаете, как говорят, там, вот, там, нейтральный и так далее, ну, проще сказать, что я пока не знаю, да, что будет происходить с золотом, у меня есть только предположение. Вот, так что пока такие идеи, хотя, смотрите, вчерашний день закрыли строго под уровнем 12.19 нашим уровнем. Важно посмотреть, опять же, закрытие сегодня и в понедельник, вторник, я думаю, что мы с золотом что-нибудь придумаем, будет хорошая возможность. А пока я по золоту считаю, что все-таки будет движение вниз, уход вниз, несмотря на то, что цена вот так вот сбрыкнула, да, и решила немного развернуться на этом уровне. Ну, я думаю, что все-таки все наладится, все образумится, и это пока ложные движения, это пока, собственно, все это запугивание трейдеров. Вот, ну, лично мое мнение. Можете с ним согласиться, можете не согласиться, у каждого должно быть свое мнение. Так что пока вот такие мысли. А дальше давайте глянем по серебру, там тоже была интересная картинка. А вот по серебру, кстати, цена и не вырулила, не дошла. Это шпилька, конечно, вот каждый раз, когда смотрю, и вот мне интересно, да, я вот поспрашивал там своих знакомых, кто по серебру шортил в этот момент, ну и молчат, да, обычно, если кто-то там нормальный денег поднял, сразу же там то скрин пришлют, то еще что-то. Ну, видимо, на этой шпильке мало кто заработал. Так, давайте смотреть то, что сейчас есть. У нас этот уровень, да, опять же, мы его пока уберем. Здесь как такового пробоя не было. Все очень коряво, все очень размазано, как я люблю говорить, да, то есть я люблю конкретику, чтобы было понятно. Ну, а здесь как-то все смазано, только если в пределах 4 часов, но если мы говорим о 4 часах, тогда и уровень надо уже корректировать, уровень надо менять, это где-то... ну, если говорим о 4-часовом, это примерно что-то вот здесь как-то уровень, да, но тогда здесь нюансы есть. В общем, если 4 часа смотреть, то скорее надо на вот этот 15.81 ориентироваться уровень, можно попробовать, собственно, с него какую-то продажу сделать. Давайте 0,01 лота зайдем. Опять же, да, заходим мы не... Как говорится, для того, чтобы тут что-то по серебру денег срубить. Нет, мы заходим сейчас, как говорится, для во имя и во благо науки, трейдерской науки, трейдерского искусства, посмотреть и получить дополнительный опыт. Я всегда советую
А если вы не уверены в сделке, если вам не хватает исходных данных и так далее, попробуйте расторговать сделку на демо-счете, либо расторговать сделку небольшим объемом, там, 0,01 лота. Вряд ли вы там понесете какие-то существенные затраты, но зато, во-первых, вы можете действительно заработать в том числе, во-вторых, вы получаете бесценный опыт, который дорогого стоит, который для того, чтобы наработать, надо очень много времени потратить. Так, дальше. Доллар ZAR, доллар южноафриканский ранд. Мы вчера с вами уровней слишком много появилось. Я не люблю, когда много лишнего. Ну, в моем понимании, порядок — это когда вообще ничего нет, пустота. Да? Поэтому я люблю все это дело очистить поле и тогда уже принимать какие-либо решения. Вот. По ZAR вчера купил 13.15. Где были 13.15? Ага. От 13.15 до 13.27. Это вот под самым верхом. Ну что ж, неплохо, Роман, могу вас поздравить. Неплохо так разделались вы вчера, собственно, с данным товарищем, который называется южноафриканский ранд. Он для вас уже рандея всех рандых, да, родных. Вот, ну это я так шучу. Если так посмотреть, из тех уровней, которые вот, максимум мы сделали, ну, на 4 часах может будет что-то конкретнее. Тоже такой совет, кто по уровням торгует. Если не видите на меньшем таймфрейме, например, на часе, попробуйте поменять таймфреймы, поиграть с таймфреймами, например, 4 часа. Переключить, посмотреть там. Возможно, на часе действительно ничего не сформировалось еще, а вы пытаетесь что-то найти. Ну, 13.27, вот как раз-таки, наверное, та отметка, по преодолению которой, как только цена выйдет, за нее выйдет повыше, я думаю, что можно будет насчет продаж, да, о покупок дальше говорить, но пока, как видите, цена выше не ушла, выше цена не добралась, не перебралась, поэтому мы ничего здесь, увы и ах, связаны по рукам и ногам, ничего здесь и не можем сделать. 13.70 был take profit. 13.70. Ну, 13.70 это под самое максимум. Ну, я скажу так, оптимистичненько. Оптимистичненько. Вот. Ну, так что пока такие мысли. Глянем доллар-рубль просто. Сколько там курс сейчас, да? Что у нас там есть? 59.55 начинает карабкаться. Ну, немного укрепился курс перед выходными. Важно, конечно, закрыть сегодняшнего дня. И какие цены, какие котировки будут в понедельник. Вот это будет уже поинтереснее, но в целом, если так дневной график посмотреть, какой-то негативчик был, там, ну, много чего аналитики придумывают сейчас, там, что там оказывает поддержку рублю, там еще что-то, да, но пока видим, что последних тут раз, два, три дня идет пока укрепление, вопрос только в том, это что, да, это укрепление или это так. Пауза какая-то, мне не нравится вот эта свечка, мне нравятся вот эти выходы, и ну, есть такие вот у меня опасения, да, что вот будет у нас что-то вот подобное, вот честно скажу. 59.50, такая вот поддержка, на мой взгляд, ну, наиболее, вот так вот будет более правильно, такая наиболее вероятная поддержка, даже если мы на 4 часа переключимся, вот, вот то, что происходит, то, что как бы меня немного опасало. И с этого уровня по рублю, скорее всего, будет там 61 или даже 62. По поводу ранда прогноз будет на юг. Ой, на юг, на север, вверх. Прогноз будет вверх. Да, давайте вернемся, это действительно. Но это 13.27, то есть от него будем торговать покупки. Это по поводу ранда. Ну и по рублю, соответственно, тоже прогноз на север. То есть 59.50 это текущая цена, текущий заход по целям, как бы мы там 61 не обновили. Ну, то есть максимум мы точно 61, вообще, ну, вообще может где-то там 61,7 даже добраться. Ну, не знаю, насколько реально 61,7. А вообще вот, скажем, из того, что здесь держится, это вот, наверное, вот эта цель будет 60-65. То есть 60,6, 60,7 это будет та цель. Ну, пока по рублю. Такой вот прогноз, может, для кого-то неутешительный, но, увы и ах, да, мы не можем влиять на рынки, мы можем только следовать за рынком, ну, и, соответственно, принимать определенные решения.
Вот этот вот штука, она не нравится. Я думаю, что действительно здесь будет все-таки уход выше, вот прям к этой границе будет такой вот подход по валютной паре доллар США, российский рубль. А глянем еще раз новозеландский доллар, раз уж у нас здесь выставлена отложка, ну, по крайней мере, у меня выставлена. Так, идем ступенями, ну вот уже поинтереснее, потому что как-то как сразу взялось, сразу взялся новозеландский доллар, и я немного так даже испугался. Ну, 14.55, скоро будет час, нормально. А в 15.30 там еще будет статистика по США, по инфляции. Вот я думаю, на этой статистике наша отложка сработает, только вопрос уже остается в другом. Да, это будет положительный эффект от этого срабатывания или отрицательный. Но пока стою вот именно с такими ожиданиями, с такими предположениями. А вот, собственно, прогноз на эту пятницу, на 14 июля. Напомню, что записи можно посмотреть на канале Альпари в YouTube и в группе ВКонтакте. Пожалуйста, они появятся минут через 15-20, как только обработаются. Можно еще раз пересмотреть идеи. Они, как правило, актуальны, ну, еще на пару часов точно, а то некоторые идеи еще и даже на пару дней. Ну и также напомню, что примерно 2 недели я буду отдыхать, да, прогнозов больше не будет, поэтому собирайте силами, будьте внимательны, осторожны и понапрасну не рискуйте. На этом все. Всем хорошего дня, хороших выходных, солнечных, теплых, прекрасных, приятных. Я на этом с вами прощаюсь и до встречи уже через 2 недели.